Пока Катя не зайдет, мы у задания не узнаем. И вот это все. Обнаружить. А у нас тачка нету. Спугнуть призрака с помощью благовония, когда вот преследует, и засеките звуки. А, и у нас нет направления. Так что просто отгадываем. Так, Света, ты опять Света карты Таро. Втором слева. Опять карты Таро. На втором слева, если что. Как же долго идти, а? Ты сейчас дверь открыл? Это я. Еще раз? Это я. Это я уже был. Свет включил? Нет. А, во, да, включил. Где этот включатель-то? А вот он. Опять ждай, пока что-то начнется. У меня тут минус. Где ты? Слева, на втором этаже. Нет. Вы все идите боком, просто это так. Ну чё, куда дальше-то? И вон, в открытую дверь иди, и всё. Ну, кстати, такие впереди. Записи в дневник. А, записи еще. Ох ты, отлично. Как-то быстро. Два. Что бы взять? Возьму радио и зеленку, лазерный проектор. Ты за мной идешь или через центральный? Через центральный я иду. Нет, я серому. А я ее жду, когда она придет. А.
Да, он всегда так делает. Да, я, по-моему, ни разу не сфотографировал призрак. Свет вы... Она выключила свет. А, или я выключил, конечно. Либо я пробки выбил. Пробки, скорее всего. Пробки, да. И чё ты назад пятёшься? А чё, она дверь закрыта? Или ты Это закрыл? я закрыл, чтоб потом... А зачем? Чтоб мы потеряли, да, потом? Так я знаю, где она. Сейчас пусть так будет. А, так, вот тут. Тут Что у нас свет за задание-то? включается. Датчик движения. Всё, есть Спугнуть. свет. Микрофон. Свет выключите. В комнате. А зачем вы его включали? Ну просто, чтобы был. А ты что на месте ходишь? Я? Да. Я это общаюсь с ним по этому штуке. Не, не хочу отвечать. Значит, радио нету. Да, я пойду. А, минус у нас есть. А, еще у нас записи, да? Да, записи да. Тоже есть. Демон, ревенант и тень. Ну, навряд ли это демон уже. Не знаю, не знаю. Может, он застенчивый. А что у нас там по рассудку? Рассудок 57. Серым бы сходить выпить таблеточки. А зачем нам атака нужна? У вас благовония нету. Ничего страшного. А надо двери, спугнуть. Что помечено фонарем. О, атака. Атака. Да. Она ушла. Это девушка. Молодая. Ушла, в смысле, идет? Да, в смысле, из комнаты вышла. И чё, а где она? У меня. А ты где сам? У ближнего входа, на левой стороне, самая крайняя левая комната. А, Всё закончилось? Нет еще. Ты не можешь, Сера, это включить свет во время атаки, так что сиди и выключай. Я не знаю, где он. Но он далеко уже от меня. Я ее на камерах не вижу. И не у меня, а справа. И где она гуляет? Где-то по второму, скорее всего. Ну атака еще идет. Да, все. Все закончилось? Да, а, все да. Закончилось. Сейчас можно посмотреть эти ультрафиолеты, потому что там дверь закрыта. Так, Сера, иди таблетки пей. А отпечатки, они временные вообще-то. И... Да. Так я они же... быстро попадают. Насколько где быстро? Его потерял? Ультрафиолет? Нет. Я ж тебе, Сера, сказала. Таблеточки? Да иду я на улице. Давай камеру, не знаю, что взять. Распятие бери. Я взял вот распятие одно. А, комната-то большая. Она появилась прямо на зеленке. Ладно, хорошо. Так. А что у нас по этому? Ревенант. Так, а она медленно шла, не слышали? Медленно, насколько я могу сидеть. Ладно. Можешь благовоние взять, если хочешь. А, ты решил
Таблетки все съесть? Нет, я одну только села, взял А. две. По пути, да? Нет, просто мне пришлось свечку взять. Раз пять я поставил? Да. Два? Два. Всю комнату. А, ладно. Никто фотик не брал. Нет. Ты мне сказала взять еще одну А. распятие. Косточку никто не находил, да? Нет. Что я не пойми где. Особенно в школе. Ну так-то да. Зачем? Чтобы спрятаться-то, если что. На первом этаже. Вы чё все зажигалки забрали? Их две, наверное, только было. Идем подальше, немножко отойдем. На всякий случай. Вдруг это ревенант. А он быстро бегает за людьми. Прям очень. Ты ж не видела призрачный. Может, он стоит там, где, ну, сзади камеры. В стенку уходит, может быть. У меня есть теория. Ее так не видели, да? Нет. Стой тут. Я сейчас скажу. Пусти, пошли отсюда. Пошли отсюда, у меня эксперимент. Да? Пошли отсюда, у меня эксперимент. Ты стой Какой? там! Че это за эксперимент странный? Странный, логичный. Вообще нет. А где камера? Она вон тут в стене. Можешь сюда переставить? Вообще нету. Даже близко намека на Ты хочешь камеру. сказать, что это тень? Тень. Застенчивая. Я Может. тоже думаю, что это тень. Ну, не появляется ничего прям вообще. Ну, пойдемте тогда. А хотя так-то я хотела спугнуть. А что там еще у тени? У тени МП МП. записи минус. МП. Они ничего не трогают вообще. Надо будет с собой брать датчик движения и микрофон еще. А, у нас ведь эти карты есть. Пойдемте тянуть. Ладно, пошли. Хоть и разнообразие какое-то. А фотик никто не взял? Я взял. А, вот, отлично. Сфоткал тетрадку? Нет? Какой тетрад? А, тетрад. Дневник, иди фоткой. Сейчас. Ты что тут уже картами балуешься? Я карты найти не могу. Он Они под скамейкой.
Что с ними сделал? Да их Вон они. повытаскивал уже. В Ну смысле подумайте, вытаскивал? почему там атака произошла? Дайте хоть сумку. Вытаскивай. А. Сфоткай. И пусть серый повытаскивает на камеру. А, ну давай, да. Да, вытаскивай. Выкини только что-нибудь из рук. И вытаскивай. А ты чё там делаешь? А я отсюда посмотрю. Чё знаешь, фортуна? А, всё нормально. Либо повышает, либо понижает рассудок. Солнышко. А пойдём куда-нибудь спрячемся? Пошли. А я как за вами смотреть буду? Пошли, там доиграть место есть хорошее. А то вдруг он прямо появится у нас. Вот, видишь, дверь открытая. Находи, видишь, там светло. И свет горит, отлично. А он с нами не захотел идти, всё. И чё, и чё? И всё? Всё, закончились? Всё. Так неинтересно, даже дьявола не было, походу. Смерть была. Не один было. Раз. Не было ничего. Так неинтересно. Не, ну прям вообще скучно тут. Скучная тень. Всё, вы тень поставили, да? Ты без нас не уедешь. Почему это? Потому что живые должны находиться в трейлере. Попробуй-ка. Не могу. Нельзя вас оставить печально. МП5 ведь нет? А нет, это 4. Почему я без рассудка? А? Так я прям... Короче, фортуна это повышает рассудок. Потому что у меня тоже, по-моему, было фортуна. Я точно не помню. Там, по-моему, зависит от того, каким цветом потом загорается. Надо будет почитать как-нибудь.